Здравствуйте, сегодня с вами будем делать хе из селедки. Вот селедка, у меня 4 штуки, я их уже очистила. Вот одну я отделила от костей, и эти 3 будем тоже отделять от костей. Будем брать только филе. Сейчас всю эту селедочку отделим от костей, будем резать и мариновать в уксусе. Ну вот всю рыбу мы отделили, филе сделали с вами. А теперь будем резать вот такими кусочками. Можно просто длинными. И так всю рыбку мы перережем. Вот селедочку мы свежемороженую порезали. Теперь заливаем уксусом 9%. 9% уксус у нас. И заливаем. И оставляем стоять, настаиваться, мариноваться в этом уксусе на 30 минут. Пока наша селедочка будет мариноваться, мы с вами порежем лук. Лук режем полукольцами. Наша селедочка свежемороженая замариновалась. Я весь уксус слила. Теперь складываем в большую емкость. Все. Это у меня 4 селедки, 3 луковицы, 4 морковки, вот натертые на корейское, по-корейски, такая большая, на большой этих. Вот. Ну, все складываем сюда. Отжимаем чеснок. Но чеснока нужно штучки 3. Ну, мы маленько побольше. Мы любим, когда много чеснока. Теперь добавляем 2 столовые ложки кунжут. Такие. Вот так вот. Можно маленько даже побольше, потому что так вот, наверное, сделаем. 3 столовые ложки масла подсолнечного. И 5 столовых ложек соевый соус. Добавляем соль. Вот с такой большой горочкой соли, чайную ложечку соли. Можно даже чуть-чуть. Но соевый соус он соленый. И все это. Теперь мы это все перемешиваем. Хорошо перемешаем. И на 2 часа отправим в холодильник, чтобы это все у нас остальное замариновалось и будет готово. Наша хе из свежемороженной селедочки готова.
Очень вкусно. Приятного аппетита!